существуют уже на сегодняшний день пермские товаропроизводители, которые представлены на полках ленты не только в Перми, но и в регионе, и даже по всей стране. В некоторых категориях товаров доля пермских товаропроизводителей на полках пермской ленты доходит до 21%, насколько я знаю. Доля пермских производителей федеральной торговой сети продолжает расти. Новый гипермаркет ленты появится в краевой столице на будущий год. Особое внимание стороны пообещали уделять недопущению необоснованного роста цен на продовольственные товары и улучшению их качества. В условиях вот такой нестабильной экономической и внешнеполитической ситуации Пермский край продолжает наращивать объемы инвестиций. Это уже третье такое большое соглашение за последние полтора месяца. Нам очень приятно, что инвесторы верят в наш регион, идут в наш регион, дают возможность нашим местным производителям развиваться и продвигать свой товар именно в рамках федеральной сети. Во всей нашей программе краеугольным камнем всегда оставалось развитие промышленности, развитие предпринимательства в Пермском крае. Потому что мы видим в этом, пожалуй, единственное, что может сегодня обеспечивать вопросы занятости населения, заработной платы –